пишем. Значит, спасибо большое, Паш Рамштайн, за донат. «Рождение весны». Давайте послушаем «Рождение весны», записанное в конце осени. 30 октября показывает видос. Сразу по миксу претензия, гитары, акустики мало не хватает. То есть мне как, то ли низов не хватает, то ли в принципе ее громкости. Вот он как будто не сразу въехал в ноту, как будто. Город. Что-то вот такое. Вот я прям сейчас даже, давайте ради интереса. Это мне померещилось или это правда так? Ну, типа, не претензия, просто... Этот город. Город. Вот это вот, ну, вот так лучше не делать, ребятки. Это вам небольшой совет. Стараться этого избегать. То есть вот эти подъезды, так называемые... Город. Вот это вот лучше... Лучше над этим работать. Этот город зимою испачканный злой, не смотрит, как прежде, на нас. Ну, хотя это со стрима, то есть. Сегодня по улицам ходит весна со мной. Вибрато красивое. Открыла глаза, ветры летящие вдаль отпустила. Низов все равно очень много. Захлопала крыльями птиц под солнцем. Ну, симпатичная, норм. Не хит вообще ни разу, потому что никак, я ни одно слово не запомнил, ни один хук, ничего такого нет здесь. Ни припев, ни... Взять ДДТ, допустим, как я говорил, то есть у них в каждой песне есть просто два слова взял, как-то красиво спел, и оно, ты запомнил эти два слова. Здесь такого пока не было. А раньше замерз и как будто бы спал, окованный в цепи сна. Мечтал, что с приходом весна погибнет мороз и тоска. Если нет, совсем потерял белизну, уставший лежать как в плену. Такой стандартный, на самом деле, достаточно музон. Все равно. То есть стандартные ходы и все. Стандартные. Ну, неплохо, я не говорю, что это плохо, просто. То есть надо понимать, что это не открытие. Ну, если нравится человеку, если нравится, там, 300 человек лайкнули, как бы, то претензий нет, вопросов нет, просто... Просто говорю. Так. Два. Типа, не стоит это воспринимать как что-то невозможное. Так. Занимается вокалом преподу. Хорошо, здорово. На гибель души успех. Без тоски летала в ней. Рождалась невинность весна. Манила своей красотой, дарила всем новую жизнь и радость. Вот ему над этим надо, чтобы сразу... И радость. Чтобы сразу в ноту. Ну и хотя бы близко, как я. Стрим из туалета с ёршиком. Блин, ну за это... Не знаю. Вообще можно, кстати, в толчок перенести все и прям с унитаза по приколу попробовать стрим провести. Чисто стрим на унитазе. Ну, блин, надо как что-то собрать на этом. Демонстративно-манерный с подсвистом, пишет Биг Лизбовский. Видимо, про предыдущую девицу, значит, которую мы посмотрели. Да, что-то такое там есть. Вот какая-то такая манерность именно не самая приятная.